Всем привет, дорогие друзишки! Нептунчик здесь, на своем рабочем месте, как обычно. Сегодня мы будем пробовать на вкус игру Cursed Forest. Хочу заметить, что эту игру, я вот реально был очень удивлен, сделал наш русский разработчик. Причем игра сделана на движке CryEngine 3. Это первая игра на таком движке, в которую я вообще буду играть. Вот. В основном я играл в игры на движках FPS Creator или Unity. Чуть реже на Unreal Engine 3. Но вот CryEngine — это что-то новенькое. В первую очередь это означает, что здесь будет графон. Графон, мать вашу. Ладненько. Итак. Ну что, давайте начнем. Давайте начнем. Приключения нас ждут. Судя по отзывам, это реально проработанный проект. Есть сюжет, есть предыстория. И есть, конечно же, где отложить пару кирпичиков. Правильнее будет сказать, пару десятков кирпичиков. Итак, сегодня днем, 13 августа, мне позвонили по телефону и сообщили неприятную новость, что у моей мамы в городе случился сердечный приступ. И я, сломя голову, помчался к ней. Путь был долгим, и я решил срезать через одно заброшенное место пару-тройку миль. Правда, туда никто давно не ездил, говорят, что это место проклято, но мне было наплевать, в голове все мысли были только о матери. День был на редкость ясным и солнечным, но едва свернув в то место, неожиданно наступила непроглядная темнота. Я включил фары, но это мало помогло, пришлось ехать почти в полной темноте, несмотря ни на что. Вдруг электричество в машине стало барахлить, послышались странные звуки, перед машиной предстал темный человеческий силуэт. Я резко дернул руль вправо, машина потеряла управление, завиляла из стороны в сторону и ее понесло в кювет. Потом удар. И все, что я помню дальше, это то, что я очнулся в каком-то странном месте наверху холма. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наше приключение. Это, видимо, судя по всему, да, это тот холм, о котором я писал чуть раньше. Ну да, это реально холм. Причем, судя по всему, мы в гуще леса. Ну, можете наблюдать, да? Картинка очень сочная. Огонь, тени. Да, можно наблюдать, даже от меня вот тень падает. Реально круто. Это да, это зачет автору. Давно я не играл в такие проработанные инди-проекты. Травка почти как настоящая. Бревнышко. Смотрите. Даже кустики реагируют на мое маленькое пушистое тельце. Смотрите. Опа. Ничего себе. Это реально круто. Так, ладненько. Есть какая-то баночка, непонятно что. Кстати, я могу прыгать. Так, а приседать? О, я и приседать умею. Это довольно редко. Можно встретить в инди-проектах. Так, баночки. И, слушайте, тут физика. Ну, это CryEngine, конечно же. Без сомнения. Итак, ладненько. Давайте, наверное, углубимся вот туда, вглубь леса. Наша задача — понять, что здесь происходит, и, наверное, выбраться отсюда. Смотрите, как ветер подбрасывает листья. Реально круто. Это реально круто. У меня просто нет слов, насколько это сочно выглядит эта картинка. Я бы даже не сказал, что это реально инди-проект. Это почти полноценная игра. Какое внимание к окружению. Деревья, скалы, холмики, травка. Все выполнено довольно-довольно круто. Так, ладненько, поехали дальше. Так, есть оградка. А оградка означает, что здесь когда-то были люди. Кто-то же это построил. Опа, слышите? Это бурундучок, да? Маленький бурундучок. Чип и Дейл спешат на помощь. Чип и Дейл спешат на помощь. Или как там, я не помню, если честно, как звучит эта мелодия. Так, окей, мы куда-то пришли. Дорога. Я нашел дорогу. Осталось найти транспорт и позвать на помощь. У меня ж машина сломана. Так. Я вижу какой-то домишко. И там есть свет.
А там довольно мрачненько. Даже вот туманчик какой-то. Что-то мне не хочется туда идти. К тому же у нас есть правило правой стороны. Мы идем всегда направо в первую очередь. Окей, ладно, давайте пойдем сюда. Можно полюбоваться местными пейзажами. Так, тихо, тихо, тихо. Камушки по... У! Фу, я ж немножко испугался. У меня какое-то помутнение произошло. Так. Можно пойти по тропинке сюда или пойти к дому. Ну, давайте, наверное, к дому, что ли, пойдем. Так, что у нас здесь есть? Есть костерчик. Почти такой же, который был на вершине холма, откуда мы начали играть. Так. Значит, есть дом, есть костер и есть вот проход вот туда. Ладненько. Давайте пойдем к костру, что ли. Так умиротворяюще. Приятно здесь посидеть, погреться. Знаете, когда вот вы живете в городе много-много дней там и планируете куда-нибудь отпуск на природу, то сидеть вечерком и играть в подобную игрушку — это просто отдушина, это реально приятно. Смотрите, реально лес, реальная лесная глушь. Я чувствую себя в лесу. Костерчик. Можно пожарить, например, сосисочки, знаете, гитарочку так взять, спеть пару песен, рассказать пару страшных историй. Это круто. Ну ладненько, давайте, наверное, зайдем в домик, посмотрим, что у нас там есть. Кресло, качалка. Ну, домик, судя по всему, заброшенный. Ему, наверное, лет 20-30 точно. Так. Тихо. Жесть. Здесь кого-то убили. Убили на этой кровати. Остались кровоподтеки. Ух. Так, есть записка. Отлично. Есть две большие рыбины. Окей, хотя бы не помру с голоду. Надеюсь, никто не огорчится, если я стяну у них пару рыбок. Так, здесь ничего использовать нельзя. Ну, давайте прочитаем. Итак, 12 августа 67 года. Завтра тот самый день. Тот самый день, когда все изменится. Я много раз отговаривал Морганов проводить этот чертов ритуал. Но они меня не слушают. То, что они собираются сделать со своей дочкой, уму непостижимо. Как на такое могут пойти родные мать с отцом? Их разум слишком затуманился. Эх, как же хорошо было раньше. Днем позже. Как я и думал, все пошло не так. Что они наделали? Еще днем позже. Не знаю, кто будет читать это, но скажу одно. То, что они пробудили, не похоже на ту добрую и скромную девочку, которую я знал с ранних лет. Сегодня я слышал жуткие крики вдалеке, и иногда мне кажется, что из темного угла хижины кто-то наблюдает за мной. 15 августа. Нужно собрать ее останки и все ритуальные камни, чтобы снова провести этот ритуал. Возможно, это успокоит злого духа и очистит невинную душу от скверны. Вестей от соседей все нет. Похоже, мы здесь умрем. Возможно, мы заслужили такую участь. Так. Так. То есть вы хотите сказать, что здесь будет бегать какая-то полуумная девка, одержимая какой-то скверной? Она будет меня жутко пугать до усрачки? И еще, помимо всего прочего, мне нужно собирать ее останки, какие-то ритуальные камни? Это же жесть. Это жесть. Ух, ладненько, поехали. Так, тихо. Опа-па-па-па-па-па. Эй, кто там камнями швыряет, а? Так, вроде бы все спокойно. Какая жесть, а? Есть генератор. Да, он, судя... Тихо. Он, судя по всему, подает электричество вот сюда. Здесь даже скопились стая светлячков. Смотрите, они летают. Им очень хорошо. Хотел бы я быть светлячком и летать так же. Позабыть все проблемы. Итак, ладненько. У нас есть выбор, да? Пойти вот туда или пойти вот сюда. Ну, за дом, в смысле, там вот я вижу, какая-то тропинка есть. Ну, не знаю, давайте посмотрим, что это за туалетик. Ух ты, круто, здесь можно отложить кирпичиков. Тихо. Там кто-то булькнул. Так, ну я не могу его открыть, к сожалению.
Как-то мне не очень охота идти вот по этой основной дороге, там слишком туманно и страшно. Давайте лучше пойдем сюда. И здесь хотя бы нет тумана. Хотя вот вроде бы тоже есть туман вдалеке. Но это все фигня. Фигня. Так, и здесь опять развилка. Прекрасно. И куда пойдем? Направо или налево? Так. Давайте в этот раз пойдем налево. Надеюсь, это что-то мне принесет, что-то хорошее. Нет, вы только посмотрите на это окружение, реально лес. Я не знаю, сколько автор потратил сил вот на создание этого, но это реально круто. Так, какая-то... Вы это видели? Вы это видели, мать вашу? Там что-то пробежало, что-то черное. Блять. Страшно. Так, тихо, тихо. Эй, дружище. Добрый котик, Нептунчик. Тихо, что это такое? Так, нахер я сюда иду? Нахер я сюда иду? Я не знаю, зачем я сюда иду, но, наверное, это нужно по сюжету. Там какой-то туман нездоровый. Опа. Чё-то мне неохота туда идти. Опа, там какое-то свечение. Красное свечение, что это бы значило? Так, давайте посмотрим. Кто ломает ветки? Ладненько, я надеюсь, что это всего лишь кролик. Безобидный кролик пробежал где-то между кустов там. Он побежал за девушкой-крольчаткой. Они хотят сделать маленьких кроликов. Все нормально. Так, у нас есть рука. Кость в форме руки. Ну, давайте возьмем, наверное. Надеюсь, сейчас ничего не произойдет. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Все спокойно, да? Пошлите об... Ух ты, ты тут, 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 за дерево, за дерево. Конечно, толку от этого дерева. Меня, блин, видно все равно. Так, там кто-то стоял. Это тот самый силуэт, который побежал за дерево пару минут и раньше. Ладненько. Так, я уже начинаю понимать. То есть мне нужно бегать по этому лесу, как ополумевший. Я, кажется, слышал какой-то крик. Так вот, да, бегать по лесу, собирать останки этой маленькой безобидной девочки. Значит, одну часть тела мы уже нашли. Давайте посмотрим вторую часть. Там, смотрите, там что-то мигает. А что там мигает такое интересненькое? Эй! Чё там мигает, эй? Мяу? Мяу? Там кто-то убежал! Убежал от меня! Ну почему от меня все убегают? Никто не хочет ставить компанию бедному котику Нептунчику. Беспредел. Так, ладненько, давайте пойдем сюда. Давайте пойдем сюда. Тихо, тихо, тихо. Что это за звуки такие? Что это за звуки? Все спокойно, да? Я уже вижу какое-то свечение там. Красненькое. Летающие бочки посреди дороги, это ведь ненормально, правильно? Насколько я знаю, бочки не умеют летать. Эй, бочка! Кто тебя кидает? Кто тебя кидает же? Окей, идем дальше. Это, видимо, еще одна часть этой девочки. Ух ты, вторая рука! Давайте возьмем ее. Твою мать! Опять эта хрень! Я тебя вижу, чувак! Или кто ты? Кто ты? Я не могу понять, кто ты. Почему ты за мной бегаешь? При этом ты не нападаешь и постоянно от меня убегаешь. У меня из-за тебя может развиться комплекс. Почему вы от меня убегаете? Знаете, если бы вы на меня напали или убили меня, тогда было бы все окей. Я бы даже не расстроился, как бы я все-таки не один в этой лесной глуши. Вы от меня убегаете.
Так-так. Ладненько, идем дальше. Ух, какая жесть, а? Вот вроде бы ничего не происходит, да, но... Вот опять? Вот опять я слышал крик. Давайте быстрее, костру, костру, костру. Хоть что-то светленькое в этом проклятом лесу. О, хорошо. Хоть немножко отогреюсь. Ладненько, так, у нас, значит, есть... есть одна дорога. Давайте пойдем туда. Так вот, реально, вроде бы ничего страшного не происходит, такого прям, ух, ух, какие-то скримеры всякие, да? Но все равно страшно. Так, что это за мусорка такая? Там, может, что-нибудь, там косточка есть какая-нибудь? Пау! Жесть! Ну да, это почти скример, конечно. Так. Ничего полезного нет. Так, Нептунчик, урок номер 25. Никогда не ходи в какие-то подозрительные мусорки. О, я опять что-то нашел. Какое-то свечение. И там опять вот это вот мигание, да? Это глаза. У того черного существа глаза вот так же мигают. Ух ты. Ух ты, лягушка. Учи-кучи-кучи-кучи. Лягушка. Учи-божечки. Иди сюда, иди сюда. О, та-та-та-та-та-та-та. Иди сюда. Иди. Лягушки даже от меня убежали. Прикольно, слушайте. Живые лягушки. Они так квакают. Эй, лягушечки. Вы где там? Еще есть лягушечки? Нет. Они все убежали. Ну, ладненько. А теперь... теперь серьезно, да? Место такое мрачноватое. Так, все спокойно. То есть вы хотите, чтобы я проплыл вот это вот поганое озерцо и взял вот ту часть тела бедной девушки? Жесть. Там что-то под водой. Смотрите, вот под водой что-то. Какая жесть. Так, ну я надеюсь, плавать умею, да? Жесть, какая мрачная обстановка. Туман, смотрите. Края даже не видно. Ладненько, давайте. Опа. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все спокойно. Давай, выныривай оттуда. Так. Окейушки. Надеюсь, ничего не будет, если я возьму эту косточку. Смотрите, это забедренный сустав, да? Тазик. Опа, я взял. Отлично. Тихо. Я слышал, как будто кто-то нырнул в воду. Твою мать, а? Жесть какая. Так, давайте-ка возвращаться плавненько. Плавненько возвращаться. Ой, блядь! Кто-то меня схватил! Кто-то меня схватил! Пошли нахер, ублюдки! Пошлите все нахер! Выпрыгивай, ублюдок! Жесть! О, твою мать! Никогда больше, Нептунчик, не лезь в воду! Так, тихо, тихо, тихо! Так. Показалось. Жесть! Вы это видели? Кто-то поплыл, схватил меня за ногу, я это почувствовал! Кто-то схватил мою мохнатую ножку и потащил ко дну. Я вовремя освободился и смог выплыть. Так. Окей. Ну да, реально, никаких жестких скримеров, да, там никто за мной вроде бы не бегает. Так, где-то открылся путь. Подозрительно. И где же? Так вот. Ничего вроде бы такого жесткого не происходит, да, но игра держит в напряжении, просто в жестком напряжении. Атмосфера просто шикарная. Автор, если ты смотришь это видео, я тебе готов, не знаю, шляпу снять, это просто шикарнейшая игра. Мне она очень нравится, вот я играю, мне она реально очень нравится. Так, мы идем, значит, в другую сторону. Налево, куда мы изначально не пошли. Так.
Ага, у нас опять развилка, то есть можно пойти направо, пойти вот туда по центру и пойти налево. Так, и куда же мы пойдем? Ну давайте, правило правой стороны, пойдем сначала направо. Звук какой-то начался, вы это, наверное, слышите, да? Это так мрачно. Так мрачно. Ох, какая... Тихо, тихо, тихо. Что? Так. Я не могу пройти здесь. То есть мне говорят, что я, видимо, еще что-то не собрал. Понятненько. Ага. То есть им нужно сначала что-то собирать, и тогда проход открывается. Это вот, знаете... Вот эта вот надпись, то, что была минуткой раньше, что где-то открылся путь, видимо, это и есть. Я когда собираю нужную вещь, срабатывает какой-то скрипт и активирует путь. И появляется надпись. Все логично. Так, и куда пойдем? Налево? Или по центру? Ну, давайте по центру, что ли. Относительно вот этой дорожки, эта дорожка правая. А право мы очень любим. Так. Все спокойно. Бежим. Нептунчик, добрый котик, ищет приключения. Там-па-па-па-па-па-па-пам. Так, тихо-тихо. Опять, видимо, заблокированный проход. Ну ладно, у нас тогда нет выбора. Давайте пойдем направо. Тут направо, налево. Ёпта. Я уже сбился. Немножко от страха. Ну, игра реально напрягает. Вот честно скажу, я сижу, вот у меня весь напряжение, у меня шерстка стала дыбом, а хвостик стал пис... Твою мать! Пистолетом! Я в пару секунд своего дикого страха я успел разглядеть это нечто. По-моему, как раз это силуэт девочки. Ну, по телосложению можно определить, что это девочка. Как бы волосы там такие тонкие, ноги и руки. Да, вот. Это черное создание со светящимися глазами. Это и есть та девочка, о которой говорилось в той записке. Она, видимо, одержимая. Так. Вау-вау-вау. Это что-то плохое, да? Ты не упадешь и не предаешь меня? Эй, дерево. Так, давайте пробежим быстренько. Опа-опа-опа. Отлично. Смотри, у меня... Так, водонапорная башня какая-то есть здесь. Что это за башенка такая интересная? Так, а нельзя сюда залезть, интересно? А вот и нет. Хотя я на самом деле не очень люблю эти водонапорные башни. У меня сразу ассоциации идут, знаете, вот кто-нибудь смотрел такой фильм, назывался он, по-моему, «Темные воды». Японский такой ужастик, и еще есть американский ремейк. Так вот, жутко-жутко криповатый фильм о маленькой девочке, которая утонула вот в этом... В этой самой башне, а потом терроризировала живых. Это была жесть. Так. Фух, мы что-то нашли. Какой-то домик, очередной домик. Смотрите, костерчик, круто. Хоть что-то хорошее в этом проклятом лесу. Опять помутнение. Что значат эти помутнения, интересно. Ух ты, как хорошо. Вопрос, а кто разводит эти костры? Судя по всему, это место заброшено. Кроме меня здесь годами никого не было. Так, можно, видимо, пойти вот туда, по берегу. Я вот вижу факелы. Опять какой-то прудик мы нашли. Реактор. И домишко. Ну, давайте посмотрим сначала, что у нас вокруг есть здесь. Так, опять... Блин, правило номер 25. Не подходить больше к этим поганым мусоркам. Так, здесь прудик. Мы в прудик не пойдем, мало ли что. Мало ли что. Так, домишко какой-то. Так, дайте я немножко отдышусь, потому что дико страшно. Но мне все равно придется туда зайти, да? Окей. Ну давайте пойдем. Попробуем. Там кто-то пробежал! Я это видел! Кто-то пробежал! Какая-то тень! Тихо, тихо, тихо. Все спокойно, да? Так. Портрет какой-то милой женщины и записка. Давайте почитаем. 13 августа 67 года. О боже, что мы наделали? Кого мы призвали? Это не то, что мы ожидали. Моя любимая жена сошла с ума. О, Мэри, я люблю тебя. Прости за все. Ну что, чуваки, доигрались, да? Довызывались? Вот
Вы вот сидите там, да, вызываете всяких умерших, а мне это все дело расхлебывать. Нептунчику, доброму котику. А это, судя по всему, Мэри, да? Окей. Так, какие-то химикаты. А, газ, то есть... Это бензин, да, какой-то? Так, холодильник пустой. Да я бы, наверное, не рискнул туда заглядывать. Мало ли что-то, камин нельзя разжечь. Так. Ух ты, прикольная картина, да? Ух ты, какой-то камень можно взять. Где-то здесь был. Так, где? О, еще одна картина. Так, тумбочку нельзя взять, окей. Где-то здесь был камень, а вот он, да, возьмем. Кто-то прошел. Кто-то прошел. Твою мать, она здесь, она рядом. Она может быть даже за дверью или за этим окном. Блять. Твою мать. Я что-то видел. Твою мать. Вы это слышите? Какое-то дыхание. Какое-то, мать твое, дыхание. Где ты здесь? Что это все значит? Твою мать, я не хочу выходить. Я не хочу выходить. Тихо, тихо, тихо. Она где? И дверь, смотрите, закрылась. Жесть. Кто там? Эй, выходи. А ну выходи, Нептунчик. Кто это, блядь, дышит, а? Эй, кто там дышит? Какая жесть. Жесть, вы это видели? Твою мать, нахер я полез посмотреть, что там происходит? Нахера я это сделал? Я там столько кирпичей отложил. Жесть, у меня просто здоровый такой кирпичный завод выдавился из одного места. Какая жесть. Глупый Нептунчик, глупый котик, нахера ты полез посмотреть туда? Какая жесть. Так, давайте, делаем все быстро. Берем этот проклятый камень и сваливаем нахер. Вот туда, где светло. Так, давайте, давайте. Пошла нахер! Пошла нахер, гнида! Так, давайте галопом, галопом к выходу. Раз, два, три. Давай, беги, беги, подонок, беги. Еле-еле выбрался. Что? Реактор. Реактор заглох. Что это значит? А это что? Туалет, почему он открыт? Какого хрена? Ты же была в доме! Как ты оказалась в квартире? Жесть. Твою мать! Так, я понял! Смотрите! Туалет каким-то красным свечением освечен. То есть, где красное свечение, лучше ничего не трогать. Ну, камень тоже красным светится, но он мне нужен. Так, бежи. Давайте. Беги, 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 Нептунчик. Давай, все, беги, беги, беги. Ау, о, реактор заглох. Где эта тварь? Она сидит в толчке. Я это знаю. Блин, как плохо, что я не могу использовать толчок. Я хочу жутко отложить пару кирпичиков в этом сраном деревянном туалете. Но я не могу этого сделать. Это так несправедливо. Жизнь несправедлива. В этой игре жизнь очень сильно несправедлива. Так, камыши, камыши, растут камыши. Знаете, я в детстве поджигал такие камыши, когда играл в деревне у себя, в поселке. Играл в рыцаре, брал палку в одну руку и камыш горящий в другую, как будто факел. Тихо. Так вот, почему я не могу сделать это сейчас? Это хоть как-то бы освещало путь. Твою мать. Нахер я сюда полез? Ну, иного пути, видимо, нет, да у меня. Мне придется идти сюда. Это какой-то проход, какое-то дерево. Оп, тихо, 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 тихо. Нептунчик, беги, беги, Нептунчик! Твою мать, какая страшная! Беги, 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 подонок! Так, беги и не оборачивайся, да? Жесть, жесть, не падай, не падай!
6. Ой, блядь! Беги, Нептунчик! Сожми хвостики, беги! Беги! Она сейчас меня догонит! Она сожрет меня! И не хочу докончать! У меня шерстка стала дыбом! Так, тихо, камень! Стой на месте! Давай, драпать! Мы же лучше всего умеем драпать! Давай, Нептунчик! Фух! Можно выдыхать, да? Ладненько. Так, мы вроде бы отделались от нее. Свет, есть свет. Как я люблю огонек. О, блаженный огонь. Ты спасаешь меня. Как хорошо, как на душе-то отлегло. Так, окей, так у нас есть вот туда проход. И можно посмотреть, что у нас здесь. Так. Ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Может быть, часть тела девочки где-то здесь спрятана? Я в первую часть нашел как раз вот, когда прошелся вглубь леса. Так, тихо. Нет, спасибо. Я туда не хочу идти. Это был такой тонкий намек, Нептунчик, что тебя там ждет что-то очень-очень плохое. И со мной сделают что-то противоестественное. Я этого не хочу. Давайте пойдем сюда. Здесь вроде бы не так страшно. Конечно, этот узкий проход не вызывает у меня ничего. Так, тихо. Что такое? О, камни! Камень! О, блядь, беги, Нептунчик, беги! Что? Так. Я вчера не пил. И сегодня я тоже не пил. Что за бред? А куда камень делся? Это, видимо, глюк какой-то, да? Окей. Плавненько забираемся на этот холм. Так, тихо. Ты же не упадешь, да, камень? Ты же не упадешь, ты меня? Ты же не сможешь сдавить такого милого и доброго котика Нептунчика. Да? Какой-то мост, да, или это что, это арка? А, нет, это, видимо, мост когда-то был. Ну, возможно. Так, я нашел руины какого-то дома. И там, судя по всему, есть костерчик. Круто. Как, давайте искать вход сюда. Так, здесь, видимо, никак нельзя туда попасть. Здесь тоже. Так, там камни. А, вот арка, точно. Как я мог ее не заметить? Так. Как высоко-то, слушайте. О, вот есть проход, отлично. Ух ты, костерчик. Опаньки, я что-то нашел. Ух ты, еще одна часть тела этой девочки, давайте ее возьмем. Я так понимаю, что нам, видимо, предстоит какой-то ритуал проводить в конце игры, чтобы изгнать бесов из этой девочки. Так, тихо, все спокойно. Сейчас я возьму скелетик. Это ребра, да? Опа. Так. Здесь появился проход. То есть вы намекаете, что мне нужно... Мне нужно туда? Да я ж могу лапки сломать себе. Так, давайте аккуратненько. Опа. Так, нам, видимо, сюда, да? Так, окей, все спокойно. Тихо. Тихо. Что за дела? Тихо, тут не надо мне. Не надо мне здесь. И без ваших. Ой. Ух ты, блядь. Ой. Чуть не раздавило. Жесть какая. Так. Опа, отличненько. Опа. Есть. Я уже почти спустился. Так, и где мы оказались? А, понял. Мы обошли вот так вот кружком, да? Это место, отлично. И я вот туда больше не пойду. Ни за что. Не заставите. Окей. Так, нам, видимо, нужно... Твою мать.
Там что-то пробежало! К водонапорной башне! Нет, я туда не пойду. Не заманите. Так, это мне не нравится. Это совершенно мне не нравится. Быстрее, быстрее, быстрее. Вау, 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 вау. Вау. Фу. Так и знал, что с этим деревом что-то нечисто. С самого первого раза. Оно все-таки упало. Окей. Ладненько, я видел сообщение, что у нас открылся какой-то проход. Да. Проход, значит, он где-то по центру, либо вот с той, с правой стороны. О, какое-то вижу красное свечение. Что это такое? Ну, давайте глянем, давайте глянем. Что это? Какое-то ведерко. Подозрительное ведерко. Можно нажать F. Эй, ведерко, ты нормальная? Я могу на него вставать даже. Прикольно. Так, подозрительно. Стоит ли мне его брать? Я даже не знаю. Нептунчик, что чувствует твое чутье? Ну, давайте. Ты голоден? Скушай яблочко. Ха-ха-хау! Что? Яблочко? Вы что, серьезно? Яблочко? Посреди дороги? Посреди глуши лесной, где бегает это странное создание, лежит яблочко? И мне можно его скушать, да? Ну ладно, ну хватит, ребят, ну серьезно. Ну, вот хочется же, хочется, я знаю, что нельзя, но хочется. Блин. Нет, я лучше грибочков съем. Хотя у меня в животе урчит. Я очень хочу кушать. Была не была. Ням. Что? Тихо. Только не умирай, только не умирай. Да ладно вам. О, твою мать. Блин. Так, урок номер 113. Нептунчик, если видишь на дороге подозрительные яблочки, никогда их больше не ешь. Запомни это на будущее. Да. Дорогие друзья, спасибо за внимание. На этом, наверное, первая часть подходит к концу. Подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайки и следите за дальнейшими заключениями Нептунчика. Я немножко передохну, попью чаечек и продолжу свои приключения. Всем пока.